Так, ребятки, многие интересуются, как влетит моллюск. Вот. Они валяются на берегу. Могут с утра, могут с вечера. И в них, по идее, очень-очень редко, но рандомно падает редкая жемчужина. Мне еще пока не попадалось. Сейчас еще пробегусь, посмотрю по берегу. Моллюски есть, а жемчужина не падает нифига. Видите уже, сколько я 4 поднял. Сейчас еще пробегусь. Так что ищите, может вам улыбнется удача. Повторюсь, очень редкая вещь. Это жемчужина. Так, вот там впереди еще вижу два моллюска. Вот она. Первая жемчужина. Смотрите, как раз удачно. Вот он как раз первая жемчужина, которая мне попала. Значит, квест «Редкая жемчужина» выполнен наконец-то. Прям вот чудом повезло. Сейчас пойду этот квест отдам, чтобы его посчитали. Так, здесь еще нужна долговая расписка. Долговые расписки вы получаете, ставите тропинку. Рыночный прилавок покупаете у торговца, который приплывает сюда, продаете всякие штучки, и вас дают вот долговые расписки. Все, квест завершен наконец-то. Так что, ребятки, вот еще одно видео для прохождения игры. Ну а я на это буду заканчивать. Всем спасибо и всем пока-пока.